Соединенные Штаты передали Украине бронемашины Oshkosh M-ATV класса МРАП. Видео с этой бронетехникой обнародовали в социальных сетях. Машины передают ВСУ как военную помощь, которая необходима Украине для противостояния российскому вторжению. В телеграм-канале NMFTE сообщили, что большую колонну с различной западной бронетехникой заметили на территории Украины. В кадр попало около 40 единиц военной автотехники. Огромная колонна западных бронемашин в сопровождении украинского УАЗ-469, говорится в сообщении. Стоит отметить, что ранее официальных уведомлений от США о возможной передаче этого типа защищенных транспортных средств украинским военным не было. Oshkosh M-ATV – это бронированный автомобиль с колесной формулой 4×4 класса МРАП, который сейчас находится на вооружении армии США и ряда других стран. Экипаж машины обычно состоит из 5 человек. Один из них – оператор оружия, которое может размещаться на крыше бронемашины. Это может быть пулеметная поворотная турель, на которой можно устанавливать пулемет калибра 7,62, 40-миллиметровый гранатомет или крупнокалиберный пулемет Браунинг М2 калибра 12,7. Также бронемашина может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем. Машина имеет V-образную форму днища, а в ее салоне установлены специальные сиденья, конструкция которых обеспечивает амортизацию, которая защищает экипаж от ударной взрывной волны. Бронемашина развивает скорость до 105 км в час на автотрассе. Спасибо за просмотр. Слава Украине и нашим воинам!